Всем привет! Всем привет! С вами Кирилл, канал Руса ТВ. Сегодня мы играем в Блокман мультиплеер. А, блин, я забыла рассказать смешную историю. Вот я сейчас до этого снимал, короче. Я забыл, когда уходил с этого. Блин, что я хотел сказать? Короче, когда уходил с простого Майнкрафта, когда... А, меня первый раз загриферили, жестко прям. Я не знаю как, но у меня вот здесь раньше... был обсидиан трехслойный. Меня загриферили, я не знаю как. Ну блин, я вот так стою, принимаю заказы, ну, в магазине. Все, тут все стоит. Дверь открыта. Сундуки ломают, я охренел, блин. И сейчас тоже вот я забыл поменять на выживание. Привет. Забыл поменять на выживание. И, короче, мне тут проломали грука, блин. Я думал, что я в выживании. Извините. Да блин, вообще смешная история получилась. Ну чё стоишь-то? Ну давай, говори что-нибудь или что ты хочешь делать. Тоже привет. О, чё за скукотища? Ну же, давай заказывай что-нибудь, ну вкусно же. О, ещё. Андрей. Проверим лук. Охрененская читерская броня просто. Блин, мне попробовать на... Не понял. Блин, только попробуйте мне загриферить. Я не знаю, как тут еще возможно. Уроды эти гриферы. Кстати, если они хотят снизу прокопать, я об этом позаботился. Я знаю такой трюк, что можно снизу. Сколько стоит лопата? Деревянная. Ну, 15 земли. Железная уже стак земли. Алмазная 3 стака земли. А золотая 3 стака земли. 64. Ну, так. Чё надо? Снизу не прокопать. У меня там все в бедраке, так что не волнуйтесь. Грифер. Ой. Смотрите видео на канале. Русу ТВ. Так, 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 так. И чё, все встали? Эй, он чё там застрял, что ли? Чё он делает-то? Ой, блин, я чуть не попал. А, короче. Слышь ты, блин. Если б я мог оттуда выйти, я бы вышел к тебе. А, он заглючил просто. Ну чё, ну...
Давайте уже. Блин, жалко, не попал. Сколько игроков-то? Блин, да чё, ну, блин, надо было всё-таки сделать, чтобы гриферство было. То без него неинтересно. Блин. О, стак земли. Ага, молодец, парень. Накопил все-таки. Сейчас быстро ему. Блин, придется самому делать. Ладно, две возьму. Дерево. А зачем дерево, если можно так сделать? Так. Палка. И можно делать все, что захочу. Сколько? Офигеть. Блин. А вот лопата. Так, вот твоя лопата, братан. Копай на здоровье. Меня тут уже никто не загриферит. Говнюки эти гриферы. Хотя я тоже пробовал. Но нет, я им не буду гриферить никогда. Восемь за... Восемь за один. Одну штуку сказал. Восемь за одну штуку еды. А, я стак забыл положить. Касса. Извините. Ну чего? Сколько? Восемь одну тебе, что ли? Не понял. А. Фу, мне уже все кажется. Ладно, здесь возьму что-нибудь. Ну ладно, сделаю скидку. Два по цене одного. Скидку сделал. Так. Восемь. Ладно. Я не видел, бросил он мне, нет? Ну ладно, я им все равно дам. Так. Две тоже. Ну, раз скидка действует, тоже две, дам две картофели. О, разработчики этого приложения, Блокман Мультиплеер, они совсем цены загибают. 300 рублей за випку на месяц. Не, ну представьте, с какими ценами. Так. Да ёшкин, выйди ты отсюда. Блин, место еще кончается. Так, ну ладно, давайте заканчивать. С вами был Кирилл. Давайте наберем с вами 15 лайков и выйдет
А вот что скажете, то и выйдет. Голосование между вами будет. Наберем 15 лайков, и я что захотите для вас сниму. Ладно, давайте. Всем удачи и всем пока. С вами был канал Рус ТВ. Блин. Так где это? Блин, а? О, с вами был... Кто с вами был? Да ладно. С вами был канал Рус ТВ. Ведущий Кирилл. Всем удачи и всем пока. И не забывайте 15 лайков набирать. Я сниму для вас любое видео. Все. Удачи, пока.